Jaya Radha Madhava Kuntali Hare Radha Madhava Kuntali Hare Jai Gopika Navava Hirvaratha Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Namunakira Vannachari Namunakira Vannachari Hai Radha Madhava Kundabi Hari Jai Gopi Jana Vallabha Hidvaratari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamunakira Vannachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Тая нитай шати нандана, нитай шати нандана, нитай шати нандана гаурахари. Тая нитай шати нандана, нитай шати нандана, нитай шати нандана гаурахари. Тая гири рач, тая гири рач, тая гири рач, тая гири рач. Jaya Giri Raja, Jaya Giri Raja, Jaya Giri Raja, Jaya Giri Raja. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram. Jaya 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 Prabhupada. 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 Srila Prabhupada. Jaya Prabhupada. Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Кришна преданные. Продолжаем изучать Шримад Бхагаватам, 4 глава, 9, текст 30. Друва увача тамадхина наикабхавина ятпадам видух санандадая урдхва риттаса масайра хамшадбир амушья Падаёш, чаям петья пагата притханмати. Дословный перевод. Друва вача, Друва Махараджа сказал, тамадхинам, погружение в йогический транс, на никогда не. Экабхавина, за одну жизнь, яд, которая, падам, положение, виду, узнал, сананда, сананда адая, четверо брахмачари, возглавляемые сананданой. Урдхваре таса, целомудренные, масаи, за месяцев. Агам, я, шадхи, шесть, амушья, его, падаю, лотосных стоп, чаям, прибежище. Упетья, достигая, апагатага, упал, притхакмати, моим умом владели мысли, не связанные с Господом. Перевод и комментарии его божественной милости Абхайчаранда Равинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Друга Махараджа сказал, укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великие брахмачари во главе с Сананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось
прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев, но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, что достиг. Еще раз перевод. Рава Махараджа думал: укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, ибо даже великим брахмачарьям во главе с Сананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось этого всего за 6 месяцев. Но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, что достиг. Комментарий. В этом стихе Друва Махараджа сам объясняет причину своей неудовлетворенности. Сначала он говорит о том, как трудно удостоиться права лицезреть верховную личность Бога. Даже такие великие святые, как 4 прославленных брахмачари во главе с Ананданой, Санандана, Санака, Санатана, Санат Кумар, должны были на протяжении многих жизней заниматься йогой, пребывая в трансе, прежде чем смогли увидеть Верховного Господа. Что же касается Друва Махараджи, то ему удалось увидеть Господа всего через 6 месяцев после начала занятия преданным служением. Поэтому он надеялся, что ему не придется больше ждать, и Господь сразу заберет его в свою обитель. Когда этого не случилось, Друва Махараджа осознал, что Господь дал ему возможность править миром в течение 36 тысяч лет, потому что в начале своего преданного служения Друва, введенный в заблуждение материальной энергии, хотел отомстить своей матери и занять трон своего отца. Друва Махараджа никак не мог простить себе то, что хотел добиться власти над материальным миром и свести счеты с другими живыми существами. О, Магьянай, Тимирандася, Гьянанджана, Шалакая, Чакшуран Милитам, Яна, Тасмай, Шри Гураве Нама, Шри Чайтанья, Манобиштам, Стапитам, Яна, Бутали, Своям Рупакадамаям, Дадати, Свападантикам, Вандиям, Шри Гуру, Шри Ютападакамалам, Шри Гуру, Двайшнавамшча, Шри Рупам, Саграджатам, Сахаганарагунатам, Витамтам, Садживам, Садвайтам, Савадутам, Паричана, Сахитам, Кришна, Чайтанья, Девам, Шри Рада, Кришна, Падам, Сахагана, Лалита, Шри Вишакам, Витамшча, Кришна Каруна Сиду Дина Бану Джагатпати Гопеша Гопика Канта Рада Канта Намустуте Тапта Канчана Гауранге Ради Бринда Ванешвари Вришабану Сута Деви Пранамами Хари Прие Панча Калпата Рубьяча Грипа Синдубья Эвача Патитанам Павани Бьо, Вайшнави Бьо, Намо Намаха, Нама Ом Вишну Падая, Кришна Престая, Бутале, Шри Мати Бхакти Виданта Свами, Тинамине, Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани, Прачарине, Нирвишеша, Шуньявади, Пашчатиде, Шатарине, Сайши Кришна Чайтанья, Прабу Нитьянанда, Шри Адвайта Гададара, Шри Басри Гаура Бхакта Бринда. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Еще раз стих. Друва Махараджа думал укрыться под сенью лотосных стоп Всевышнего далеко не просто, даже великим
ибо даже великим брахмачари во главе с Ананданой, которые практиковали аштанга-йогу и пребывали в трансе, пришлось прожить много жизней, прежде чем они обрели прибежище его лотосных стоп. Мне же удалось добиться этого всего за 6 месяцев. Но из-за того, что планы мои расходились с планами Господа, я лишился всего, чего достиг. Опасное положение. Друга Махарадж переживает, что он занял опасное положение. Сейчас он отправится на райскую планету, там будет править. И мало ли, что случится с его сознанием за время правления, да. А тут была возможность сразу вернуться к Верховному Господу. И он ее потерял просто потому, что он начинал преданное служение с другими мотивами. Шрила Прабхупада, он когда пришел в страны Запада, он сразу просил нас практиковать преданное служение чистое, чтобы мы сразу практиковали свободное от каких-либо мотивов. Но на самом деле это, конечно же, не просто. Это целый процесс. Вчера мы проходили как раз на курсе Бхакти и Правеши, что есть три пути, да? Путь Бхакти, путь Гьяны и путь Кармы. И мы обсуждали, что в принципе вот оно, Бхакти, и бери его, практикуй, и все, и возвращайся в духовный мир. Зачем карма, зачем гьяна? Они могут помешать. Гьяна мы знаем, если мы занимаемся гьяной, мы становимся гордыми, мы обретаем гордыню. Если мы занимаемся только гьяной, мы можем обрести гордыню, и обретя гордыню, мы легко можем пасть. Если заниматься кармой, мы можем отправиться на райские планеты. И понаслаждавшись там тысячи лет, мы будем обязаны вернуться в материальный мир. И как Ударидхама в 11 году на Садусанге объяснял, что понаслаждавшись на райской планете, мы возвращаемся в материальный мир, и мы желаем продолжать наслаждаться. И мы продолжаем желать наслаждаться очень изысканное мы хотим наслаждение, очень сильное наслаждение. И часто случается, что те, кто вернулись с райских планет, они приходят в Европу, которая с материальной точки зрения, она очень хорошо обустроена. И, скорее всего, больше всего таких жителей райских планет, они пришли в Амстердам, потому что там все чисто везде, да, там щеточкой вымывают асфальт, мусор у них строго раскладывается в разные там емкости, то есть экология, очень за экологией они следят. Все с материальной точки зрения, все хорошо. Но у них там, мы знаем, разрешены все виды наслаждения, да, у них там наркотики разрешены, у них там алкоголь и остальные виды наслаждения. И после того, как человек, он употребляет наркотики, он разрушает свое тонкое тело. И когда он к концу жизни полностью теряет свое тонкое тело, он естественным образом опускается на низшие планеты.
планеты ада. Вот, и там он страдает. То есть это вот такой путь, он может быть туда-сюда, он живое существо, оно может летать, подниматься на высшие планеты, опускаться в материальный мир, растрачивать свою оставшуюся карму и опускаться на низшие планеты. Поэтому рекомендуется заниматься... Да, почему я сказал, почему опасно заниматься гьяной, почему опасно заниматься кармой, и почему как бы опасно заниматься бхакти чистым. На нашем уровне мы еще со своими неочищенными чувствами приходим к преданному служению, и мы не обладаем никаким абсолютно знанием, да? То есть мы не обладаем самбандой, мы не знаем, кто такой Господь. Мы можем сказать, да, Кришна — верховная личность Бога. Ну, еще там можем сказать, все исходит из Него, может быть. Но нам нужно полное обладание. Кто такой Господь? Кто такие мы, живые существа? И какие отношения у нас с Господом? И мы должны знать, что такое материальный мир, какие у нас отношения могут быть с материальным миром, и какие отношения у Господа с материальным миром. Такой треугольник, его нужно нам хорошо знать, чтобы практиковать бхакти. Если мы не будем знать, то мы также можем пасть просто. История, которую... Мы знаем про преданного, который еще с Шрилой Прабхупадой начал практиковать во времена Шрилы Прабхупады. Он хотел просто повторять святое имя 24 часа в сутки. И он сказал об этом Шриле Прабхупаде. Шрила Прабхупада ему сказал, что не надо. Но тот настоял, и он ушел на какое-то дерево, сел и начал повторять. Он повторял там какое-то время. Но потом, после этого, больше его никто не видел. То есть он занимался этим без гьяны, и он занимался этим без кармы. То есть для начала нам нужно заниматься, занять свои чувства в преданном служении. Это должно, все эти три процесса, они должны идти параллельно обязательно. То есть мы должны заниматься преданным служением, мы должны заниматься практическим преданным служением, мы должны выполнять свою дхарму, и мы должны изучать шастры, и также мы должны заниматься самым главным методом преданного служения. Это шраваном и киртаном. То есть с самого начала мы должны всеми этими путями заниматься. В конечном итоге мы, конечно, должны прийти к тому, что у нас останется только шраваном и киртаном, когда чувства уже наши успокоятся, когда мы будем в полной мере знать положение Господа. То есть не просто знать, выучив все наизусть, а уже это осознавать это знание. Вот. Тогда мы сможем 24 часа в сутки повторять святое имя, сможем слушать повествование о Господе 24 часа в сутки. И нам ничего больше не нужно будет. То есть это и путь наш, да, и наша цель. Повторять то имя. И есть такие примеры намачарьев. Мы знаем
самый известный, о котором больше всего говорят, это Ридастакур. Но еще самый известный, но его, о нем меньше упоминают, Намачария, это Шри Вишнуприя. Когда Господь Чайтанья оставил ее, она очень сильно расстроилась. Она не смогла находить себе места. Но Господь ей дал святое имя, и она посвятила этому всю свою жизнь. Она вставала рано утром, просила, чтобы ей принесли два горшка, один полный рисом, другой пустой. И она повторяла святое имя. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И она брала из полного горшка одну рисинку и клала его в пустой горшок. Потом она повторяла снова: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И брала еще одну рисинку, и клала его в пустой горшок. Уже не в пустой, а в тот, где уже лежала одна рисинка. И так она повторяла 9 часов к ряду. То есть она сидела, повторяла порядка 9 часов каждый день. И она занималась этим с 16 лет. Господь ее оставил в 16 лет. И с 16 лет она начала этим заниматься. И закончила она этим заниматься в свои 95 лет. То есть она с 16 до 95 лет занималась этим каждый день. Вы представляете, какой пример? И да, вот жена мне подсказывает, зачем она эти рисинки клала. Точно. Она клала их для того, чтобы потом сварить эти рисинки и покушать их. И это было единственное, что она кушала всю свою жизнь. То есть с 16 лет до 95 лет это она кушала вот этот рис. Это, еще раз повторюсь, не наш уровень. Сегодня я слушал его милость Ачюта Прибху, и он рассказывал, что мы, занявшись преданным служением, проповедью, взяв на себя миссию, если мы отнесемся к этому серьезно, то это будет приравниваться к той же самой аскезе. То есть это будет постам к великим, каким-то йогическим упражнениям, к аскезам. Это будет ко всему этому приравниваться. То есть то, что делали раньше великие йоги. То есть он нас призывает, чтобы мы на своем уровне с нашими неочищенными чувствами занялись лучше проповедью. Потому что в этой проповеди все чувства будут наши заняты. Можем занять тело, ум и речь. О чем я еще хотел поговорить? У меня были заметочки. Да. Заниматься преданным служением, заниматься воспеванием святого имени. Нам нужно знание, знание о том, кто является в центре. Вот это самое важное. Я уже говорил, что с самого начала можем знать, что Кришна — это Бог. Но нужно это осознать всегда. Как сегодня данное читание Прабху, удивительно, он начал рассказывать сегодня на джапе то, как раз о чем я хотел говорить.
о том, что, повторяя святое имя, мы должны понимать, что не мы наслаждаемся этим святым именем, а мы служим святому имени. Святое имя – это сама верховная личность Бога. И мы повторяем, служим Его. Мы должны любое служение делать в таком умонастроении, что не желать ничего для себя. Чтобы с нами не произошло того же самого, что произошло и с Друвой Махараджи. С самого начала Шрила Прабхупада во всех книгах, наверное, самая цитируемая шлока во всех книгах, это «Ньябилашита шуньям, яна карма дьяна вритам, анакульена Кришна нушейванам бхакти руттамам». Это шлока из Бхакти Расамрита, Синху, из Шрила Рупы Госвами, который комментировал Шрила Прабхупада и перевел. Точнее, он не комментировал его и не перевел, он его сделал, как это называется, я, к сожалению, забыл, как правильно называется. То есть он изложил, да, изложение, изложил Бхакти Расаяна Синху, написав книгу «Нектар преданности». И в этом стихе Рупа Госвами призывает нас, чтобы мы занимались преданным служением без стремления к карме и без стремления к гьяне. То есть мы должны не стремиться к плодам своей деятельности и не должны стремиться к философским измышлениям. То есть мы занимаемся кармой, мы занимаемся гьяной, но главное, чтобы цель была Кришна. Кришна – наша цель. И мы должны это делать, в этом же стихе он объясняет, что мы должны делать это так, как этого хочет Кришна. Как мы узнаем, что это, как хочет Кришна? Для этого есть духовный учитель. Духовный учитель, он нам объясняет, как, когда и что лучше делать. Но то, что духовный учитель может говорить в лекциях, он говорит общие наставления для всех преданных, для начинающего уровня, для среднего уровня преданных и для высокого уровня преданных. Но чтобы понять, какое наставление именно для нас, для этого в ИСККОН есть помимо Дикшагуру, есть Шикшагуру. И тоже это 11-й год был, воскресная программа в Петербурге. Ачхутан Прабху сказал, это первый раз я его увидел, он сказал, представителем нашего духовного учителя является президент храма, президент ятры. Я вот не знаю, в том 11-м году он уже был президентом ятры, или он стал в следующем году. То есть мы должны руководствоваться наставлениями, которые нам дают наше руководство нашей ятры. Мы должны посвятить себя служению этих наших духовных учителей, найти себе здесь наставника и медитировать на их наставления так же, как мы медитируем на наставления духовного учителя. То есть оно ничего не... Это не взаимоисключающие вещи. Это все идет вместе. Да, мы узнаем, как нам и что нам практиковать. И самое важное сегодня будет линия моей лекции, это что
кто должен быть в центре. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он тоже об этом объяснял своим ученикам. Он один раз стоял в храме, в матхе в своем, и медитировал на божество Гандхарвика Гиридхари. И у него, он забыл очки. Со зрением у него было, видимо, не очень хорошо, что даже смотря на алтарь, видимо, он не мог хорошо видеть божество. И тогда, когда это заметил ученик, он сразу подошел к нему, один из учеников, подошел к нему и сказал: «Гуру Махарадж, позвольте, я сбегаю, принесу вам очки». Он мне сказал: «Зачем мне очки? Не я должен видеть Господа, а Господь должен увидеть мои усилия, как я стремлюсь к Нему». Вот это самое важное, вот это самое важное, когда мы приходим на даршан, когда мы кланяемся Божеству, мы говорим: «Господь, пожалуйста, посмотри на меня. Я пришел выразить тебе почтение». Мы медитируем: «Я делал вот такое-то служение. Прими, пожалуйста, все это». И нужно жить так, чтобы Господь, Он всегда был рад видеть нас. Для этого мы должны заниматься вот этой кармой. Карма – это деятельность в соответствии со священными писаниями. Деятельность, которая идет вразрез со священными писаниями, мы знаем, это викарма. Карма, она может вести, это путь, постепенный путь к Господу. И говорится, что все пути, они, все религии, вся деятельность, да, это все одни пути к Господу. Но карма – это та деятельность, которая ведет нас к Господу. А викарма – это которая ведет нас по этому пути от Господа. То есть мы идем по тому же пути, но в другую сторону. Поэтому мы должны руководствоваться всегда со священными писаниями. Это значит, что мы должны занимать определенный ашрам в соответствии со своим ашрамом, со своей природой мы заниматься своей деятельностью, да, то есть варна ашрама. Мы идем по пути преданного служения, занимаемся деятельностью в соответствии с нашей природой, и отдаем эти плоды, мы посвящаем всегда Кришне. Сейчас я вернусь к стиху. Здесь упоминаются такие личности, как Санатана, Санака, Санандана в этом стихе. И что удивительно, на этой неделе, в среду, я как раз читал Шримад Бхагаватам здесь, на Варшане. Но тоже в этой же комнате, только через скайп транслировали на Варшану. Также у нас карантин на Варшане, мы не посещаем ашрам, сидим по домам. И читал я стих 3.15.31, и он как раз рассказывает о кумарах, которые пришли к Господу. И у них было сильное желание увидеть Господа, но их не пустили, не пустили жители Вайкунтхи, стражники Джая и Виджая. И тогда они разгневались и прокляли их. И что удивительно, что даже вот эти вот жители Вайкунтхи,
Даже эти санатаны, даже эти четверо кумары, о них говорит Джива Госвами, что в шестом стихе, 14, ой, в шестой песне, 14 глава, 5 стих, он говорит «Муктанам аписидганам, нараяна параянах, судур лабхах прашантатма, котиш апи махамунэр». «О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Господа Нараяны, Кришны. Таких обретших умиротворение преданных очень и очень мало». И к чему этот стих я хотел сейчас прочитать? К тому, что здесь говорится «муктанам», освободившихся еще при жизни. То есть еще обладая этим материальным телом, проживая в этом материальном мире, но уже освободившихся от отождествления себя с этим телом и от... И также апи, даже, здесь говорится, апи, даже сиддханам, из совершенных, то есть осознавших тщетность телесных удовольствий. Как говорит об этом сиддханам, тех, кто уже вернулись на Вайкунху, и те, кто там уже проживает, то есть достигли вот этих четыре вида освобождения. Сарупья, салокья, в общем, обладают тем же телом, как у Господа, находятся на планете Господа. Помнишь? Еще два вида освобождения. Пять видов освобождения. Один из которых преданные полностью исключают, четыре. Джива Госвами говорит, что они достойны того, чтобы от них отвернуться, потому что у них есть вот эта вот примесь еще желания доставить удовольствие не только Господу, но еще и желать удовольствия себе. И вот среди даже жителей Вайкунтхи, здесь в этом стихе говорится, среди миллионов таких, среди миллионов освободившихся и среди миллионов достигших планет Вайкунтхи, единицы есть, только единицы. Те, кто действительно думают только о Господе. И вот это вот самые возвышенные живые существа. И хотел рассказать одну историю о том, как можно наслаждаться, даже занимаясь основными, даже самыми могущественными и основными ангами преданного служения, даже занимаясь шраваном и киртаном, мы можем идти не в том направлении. Две истории есть. Одна из них — это про Рамануджа Ачарья и Самаяджа Андана. Она рассказывает о том, что Рамануджа Ачарья, он пришел в Милкате и увидел там замечательного преданного, Самаяджа Андана, который удивительно возносил гимны под, как этот инструмент, под лютню, да, струнный инструмент. Он возносил гимны для Господа, так, там был Тиру Нараяна, да, Господь Тиру Нараяна, божество было.
И он обратил внимание на этого преданного. Когда он увидел, он сразу принес ему дандаваты, прославил его. Вот. И они какое-то время общались. Но спустя какое-то время Самаяджа Андан, он перестал обращать внимание на Рамануджа Ачарья, он перестал даже приветствовать его. То есть Рамануджа Ачарья, он заходил, говорил «Хари Кришна», Самаяджа Андан, приносил ему поклоны. Но Самаяджа Андан, он просто перестал кланяться ему и просто продолжал заниматься своими делами. И когда Рамануджа Ачарья, он заметил это, что этот преданный сейчас начал идти в другом направлении, что у него проблема в духовной жизни. Он начал думать, что мне делать. Если я сейчас подойду к нему и дам ему какое-то наставление, он просто не воспримет меня, может совершить оскорбление. Он, во-первых, по возрасту старше, во-вторых, он живет здесь уже многие годы, я недавно приехал. Он даже не может представить. В общем, он думал, как же ему поступить. И тогда он решил, все-таки решился помочь этому преданному и пришел к нему с такими словами. Дорогой Самаяджа Андан, да, я еще забыл упомянуть, то, что не просто он так искусно поет, а он настолько пел искусно, что божество, оно принимало форму человека и танцевало под эти гимны и под эту лютню. И этому удивился очень сильно Рамануджа Ачарья, что даже Господь, он отвечал так на бхакти, которое проявлял Самаяджа Андан. И он подошел к нему, и после этого он мог еще с ним беседовать, с Господом, с Самаяджа Анданом, он мог беседовать. И подошел тогда Рамануджа Ачарья и попросил его: «Дорогой Самаяджа Андан, пожалуйста, ты можешь общаться с Господом. У меня есть вопросы. Пожалуйста, мог бы ты их задать Господу? Кто достоин достичь высшего совершенства? То есть, кто достоин вернуться в обитель Господу?» И Самаяджа Андан сказал: «Да, не проблема, я узнаю». И на следующий день он играл, он пел, Господь снова принял человеческую форму, танцевал перед ним. И в конце он задал ему этот вопрос. Он спросил его немножко по-другому, правда. Он спросил его: «Дорогой Господь, правда же я достоин достичь высшего совершенства?» И тогда Господь ему ответил: «Нет, почему ты так думаешь? Высшего совершенства достоин достичь Рамануджа Ачарья. И не только он, а тот, кто просто воспевает его святое имя, тот, кто памятует имя Рамануджа Ачарья». И Самаяджа Андан, он просто опешил от такого ответа. Он говорит: «Почему? Почему не я?» А, да, он опешил от этого ответа, и он рассказал его Рамануджа Ачарье, что на самом деле не я достоин, а ты достоин этого. То есть ты самый достойный этого. Но Рамануджа Ачарья понял, что он еще не все для себя уяснил, Самаяджа Андан, и он попросил его еще раз задать вопрос, другой уже. Он попросил его, чтобы тот обратился к Господу и спросил: «Достоин ли ты, Самаяджа Андан, достичь этого совершенства?» И Самаяджа Андан тогда удивился: «Что за вопрос? В чем может быть сомнение? Несмотря на то, что ты более совершенный, но я-то тоже ничем не хуже. Посмотри,
как он не говорил, он просто размышлял, посмотри, как Господь отвечает на мое бхакти, в чем может, могут быть сомнения. И он пошел и обратился все-таки к Господу, на следующий день также пел, Господь также танцевал, и он задал ему вопрос. Дорогой Господь, скажи, пожалуйста, достоин ли я освобождения? Он говорит, нет, почему ты так думаешь? Он говорит, ну как же, я пою для тебя, ты настолько доволен моим прославлением, настолько мастерством моим доволен, что ты даже танцуешь под мое пение. Он говорит, да, Господь ему отвечает, да, ты поешь для меня, ты проявляешь свое бхакти. Я танцую на тебе, для тебя, ты этим наслаждаешься, я вполне отплатил тебе за твое бхакти. Но как мне тогда достичь освобождения? И Господь ему говорит, послушай, но я же тебе вчера ответил, чем ты лучше других, ты должен повторять имя Рамануджа Ачарьи, служить ему, принять у него прибежище, и тогда ты будешь достоин достичь совершенства великого. И эта история, она две вещи здесь описывает, иллюстрирует. То, что, во-первых, мы должны встать в линию преемственности, занять линию преемственности, то есть найти духовного учителя, тех, кто очень близки к Господу, и служить им. И еще вот этот важный момент, который я для себя хочу сказать в большей мере, что когда мы занимаемся преданным служением, мы всегда какой-то плод этого преданного служения, он есть. Даже воспевая святое имя, даже воспевая киртан под храме или дома под какие-то музыкальные инструменты, или просто повторяя святое имя, мы уже тут можем наслаждаться. Мы можем наслаждаться, даже когда наш голос входит в резонанс с физгармонией, когда преданные, которые сидят в алтарной, они подхватывают и в экстазе начинают тоже петь, мы можем уже этим наслаждаться. И важно следить за этим настроением. Святое имя Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. У него есть перевод. И перевод такой, что «О, Верховная Личность Бога! О, Всепривыкающий, Всерадующий! О, Духовная Энергия Господа! Пожалуйста, займи меня преданным служением!» И когда мы поем киртан, мы тоже должны медитировать на этот перевод, чтобы случайно не пасть в то же положение, как Самаяджа Адам. Наверное, на этом остановлюсь. Будут какие-нибудь вопросы, дополнения, исправления. Ну, тогда мы закончим на сегодня. Гранта Радж Мадбхагаватам Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай, Ананкоти Вайшнава Вринда Ки Джай. Адвайта Прабху Ки Джай. Джай.